В панели управления сайта PlatinCoin, нашего кабинета или же дашборда. Давайте посмотрим, какие изменения произошли у нас на вкладке PLC Farm. Если вы нажмете эту вкладочку, то вы можете увидеть ваш главный кошелек, ваш Mine Wallet, нажав на вот этот вот перечеркнутый глазок. Это адрес кошелька, который вы привязали и на который будут выводиться проценты с вашей фермы. Далее, для того, чтобы пополнить собственную ферму, вам нужно нажать кнопку «Пополнить My Farm». И здесь в открывшемся окне вы увидите в текстовом варианте адрес кошелька вашей фермы. Можно нажать «Копировать», и он скопируется в буфер обмена. А можно нажать кнопочку «Скачать», и это адрес QR-кода скачается картинкой на то место, куда вы захотите на вашем компьютере. Чтобы пополнить ферму, достаточно перевести коины PlatinCoin по указанному адресу, либо со своего кошелька, либо с какого-то другого, отправив или QR-код, или, собственно, адрес PLC Wallet вашей фермы кому-нибудь другому. Всем удачи и больших чеков!